Катя, мы на нашей даче. У нас вот экскаватор разравнивает. Тут у нас все было в кустах. Вот, ребята, вот она заснула, ребята. Катя заснула. Сегодня целый день она сидела, ну, на поводке, потому что она могла бы красно попасть. Она не боится слухов. Ну и вот. Короче, вот это все было. Вот такие вот так и там. Все было хорошим. А теперь посмотрите. Вот так все стало. Ну и вот, ребята. Вот так. Главный герой даже не проснулся. Да, ребята, главный герой даже. У нас собачка устала, у нее сон час. Ей все равно в каком положении спать, она засыпает в любом положении.